В Алтайском крае закрылись избирательные участки. Начинается подсчет голосов на досрочных выборах губернатора края. Сейчас 20:00. Установленное время для голосования закончено. Сейчас члены участковых избирательных комиссий гасят неиспользованные бюллетени, затем приступят к подсчету голосов. Окончательные цифры явки будут известны утром. Тогда же краевой избирком огласит и предварительные итоги выборов. По словам председателя избирательных комиссий, общая явка на досрочных губернаторских выборах ниже, чем на президентских. По их мнению, на это повлияло несколько причин. В Барнауле день города, который в этом году проходит в единый день голосования, а также тот факт, что многие закрывают дачный сезон. Напомним, для того, чтобы итоги выборов были признаны, необходимо набрать 30% явку от всего числа избирателей края. На 18:00 явка в регионе превысила 33%.